сорт острого перца «Восточный зеленый дракон». Это китайская разновидность слабоострого перца. Вот такой вот он уже в зрелом состоянии. Хотя этот перец в пищу употребляется в зеленом виде. Вот такой вот он приплюснутый и с небольшим разрезом на самом кончике. Этот сорт созревает за 80 дней. Высота такого кустика может достигать от 60 до 70 сантиметров. Острота этого перца от 500 единиц до 1000. Это как бы слабоострый сорт. Вот у меня кустик небольшой. Этот сорт любит полив. Ну, увы, я приезжаю всего раз в неделю, так что не поливаю. Поливается только раз в неделю. Вот такой вот перчик. Этот перец может достигать в длину от 20 до 25 сантиметров. И шириной до 5 сантиметров. Это очень высокоурожайный сорт. Я выращивал его в прошлом году. Очень большое количество было перца. Вот так вот он созревает. От зеленого, сначала оранжевый, и потом уже становится красный. Вот в таком состоянии, в зеленом, его применяют в пище. Вот такой вот интересный перец. Красота. Очень любит полив. Этот сорт выращивается в Китае, в провинции Шаньдунь, Анхой, Цзянцу, Хэнань, Хунбэй и в других районах, где позволяет площади для выращивания. Это самый распространенный в Китае сорт перца. Он очень высокоурожайный, так что я советую всем выращивать его у себя на грядках. Это слабоострый сорт. Очень большое количество перцев. Ну, главное, что он любит полив. Вот такие вот красные перчики. Ну, красный перчик – это уже перезревший. Его в основном применяют в зеленом виде. Так что выращивайте. Всем удачи и пока.